Ну что, сегодня мы обозреваем пиццерию Папаша Джонс. Вот ее сейчас Папа Джонс, вот ее сейчас буквально доделывает. Забивает последние гвоздики. И сейчас мы пойдем ее тестить. Ну что, сегодня обзор на знаменитую Папа Джонс. Как говорит Покашеварин, лучшая пицца находится в Нижнем, на улице Горького. Сейчас там мы ее заценим. Ну что, вот меню. Такое все уже видавшие виды. Пиццу заказывать можно только целую, по кусочкам нельзя. Ну что, сейчас мы все поглядим, какая тут есть. Любимую пиццу Джона, может, закажем? 4 сыра. Ну давай. И супер папа. Что за супер папа? Вот сейчас заказываем вот любимую пиццу Джона. И 4 сыра. Вот 4 сыра, написано, что тут только сыр. Не знаю, вот видно, нет. То есть сыр моцарелла, реджанита с голубой плесенью, орегано. Ну и, конечно же, любимую пиццу Джона закажем. Две маленьких берем, поглядим, сколько будут делать. Надеюсь, ну хотя бы минут за 15 успеют. Итак, первый минус выяснился тут же сразу. Здесь не принимают карточки, берут только бабосиками наличными. Так что имейте в виду, если пойдете, что надо с собой иметь бабосики. Спасибо. Заготовили довольно быстро, минут, ну, за 15, может быстрее. Вот это 4 сыра, она с ложечкой, вот та тоже с ложечкой. Но на вид они, в общем-то, довольно одинаково выглядят. Но сейчас мы будем их есть, как оно выглядит на вкус. Сыр. Тут вот идут перцы отдельные соусы. Кстати, тесто, на мой взгляд, оно какое-то... А вот тесто тянется. А тут тянется, да. Ладно, сейчас попробуем на вкус. Ты скажи, 4 сыра почувствуешь, что там разных? Ну, я фиг знаю. Ну, вкусно. А с перцем-то что делать? А это может острый перец. Короче, очень разные кусочки. Вот этот кусочек я взял. Он вообще такой сочный. А соус-то их не какой. Он, кстати, такой жиденький. Он такой, как в этом. Как в Макдаке. Ну, Хайнц, но не Макдак. Соус обалденный. То есть ни овощей, ни химозы вот этой не чувствуется. Что он, ну, травяной. Интересный соус. Да. Специальный Папа Джонс. 4 сыра перешел к, как это называется, что там, Джонс, пицца Папа Джонса. Угу. Вообще ни в какой не идет. 4 сыра великолепная, а это, ну, это остренькая, она совсем не такая. Хотя сыра тут тоже навалом. Нет, 4 сыра намного лучше. То есть если пойдете в Папашу Джонса, то сразу берите 4 сыра, и все, она будет как эталон пиццы, и остальное уже можно сравнивать. Уже сравнивать, вкуснее или нет, чем 4 сыра именно вот здесь, вот в Папе Джонсе. Тогда вот это уже всем будет понятно, насколько она вкусна, та пицца. Сейчас съедаю это. Ладно, кусаю. Его можно есть-то? Покусни, попробуй. Я уже почти весь съел. Тут самая вот эта мякотка. Жути больше, чем... Ой, не, оно в послевкусие. Но это менее острое, чем чили перец. Мы настолько опухли, что корки мы не доедаем. То есть настолько вкусная мякотка, что не стоит распыляться. Корки тоже хорошие, их можно есть. Корки есть можно, но лучше съесть самую серединку. Потом, когда тарелки будем отдавать, эти скажут, ой, жлобы. Очень заведение отлично, если вы ВКонтакте там прочитаете отзывы, что там какие-то косяки. Там будет кто-то плакать, что все не так. Нет, пицца очень вкусная, достойная. Значит, нужно брать 4 сыра, остальное, ну, тоже можно, но 4 сыра. Если еще раз возьмем эту, это взять обязательно. И первый попробуй. Ну да, еще как-то. Вкуснее пиццы я уже давно не ел.